15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, в Моршанске череда мероприятий. В 9 часов 30 минут в парке Моршанского АТП митинг, посвященный значимой дате. Но сегодня день особенный. 30 лет тому назад через Пянш перешли воинские части в течение 10 лет в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, защищавшие опять же также наши рубежи. Я вспоминаю те годы, несмотря на то, что, ну не сказать, что там труднее тогда было, сейчас всегда трудные времена. Для тех, кто работает и старается для своей страны, трудные времена всегда. Но вот и тогда каждый из нас был сопричастен тому, что происходило там за речкой. За речкой свой интернациональный долг выполняли и наши земляки. На гранитной плите имена тех, кто с полей сражений не вернулся. Если говорить о начале вывода войск из Афганистана, то этим днем стало 15 мая 1988 года. В первые три месяца республику покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 вернулись в СССР в последующие полгода. 15 февраля 1989 года, согласно официальной версии, последние военнослужащие покинули республику Афганистан. Александр Хвастов не воевал, но тема войны в его творчестве занимает место особое. Он автор книги «Ребята, мы вас не забудем». Работа в этом направлении продолжается. В настоящее время закончена запись аудиодиска «Ребята, мы вас не забудем». Это первая аудиокнига памяти в России, в которой приняли участие актеры театра и кино, официальные дикторы многих телеканалов России. И я думаю, уже к марту диск будет растиражирован, и мы... С семьями погибших ребят общаемся до сих пор, говорит Александр. Помощь материальная и моральная. И они чувствуют эту поддержку и сами очень часто поздравляют с праздниками, с какими-то значимыми событиями. Это очень приятно мне и как автору, и как человеку. Вот чувствую, что действительно есть результат своей работы, когда эта память действительно сохраняется. Более массовые встречи у памятника герою Советского Союза Николаю Кузнецову, единственному в Советском Союзе, удостоенному высшего воинского звания за подвиг на афганской войне. Да, мы в этот день в первую очередь вспоминаем тех, кто не вернулся с той войны. Тех, кто при полученных ранениях, болезней, еще служа в Афганистане, умер. Тех, кто просто трагически ушли от нас уже в мирное время. Прошу почтить минутой молчания тех, кого сегодня с нами нет. С каждым годом число тех, кого нет в строю афганцев, увеличивается. Но, как подчеркивали участники митинга, помнят всех поименно. В Моршанской земле всегда и во все времена память о той войне, память о тех людях, кто принимал в ней участие, и тем более, кто не вернулся, всегда была свята. И никто никогда на Моршанской земле, я имею право так сказать, никому из вас не сказал, я тебя туда не посылал. Да, мы немного можем, да, у нас ограниченные возможности, да, вы знаете, что живем трудно, что лопаются коллектора, что аварии за аварией, что выживаем. Спокойно вот проходит день без происшествий, уже слава Богу. Но тем не менее о том, что вы сделали для страны, что вы сделали для всех нас, что вы всех нас прикрыли своей грудью в те года. И слава Богу, как сегодня уже было сказано, наконец дана оценка правильно тем событиям. Война, она всегда война. Но ту войну, которую мы завершили 30 лет назад, ее не забудут никогда. Потому что то поколение показало, что оно достойно своих отцов и дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Возложение венка и цветов к памятнику Николая Кузнецова. А в Свято-Троицком соборе панихида по убиенным воинам-афганцам и умершим от ран и болезней в мирное время. Многие семьи в нашем Отечестве, тогда в Советском Союзе, получали похоронки. И, конечно, это великое горе для всех близких погибших воинов, их родителей, их друзей, сослуживцев. И сегодня, вспоминая эти события, с одной стороны, радостный вывод войск из Афганистана, а с другой стороны, события, связанные с памятью и трагической гибелью наших собратьев-сослужителей.
В молитве совершается единение и общение с теми, кого на земле уже с нами нет, продолжил владыка Мичуринский и Маршанский Гермоген. В молитве мы обращаемся к тем, кто защищал наше Отечество и погиб, как к живым. Вспоминаем те деяния, которые они совершили во имя мира в нашей стране. Пока и не душа собших рабов Божиих, всех вождей и воинов, жизнь свою за Отечество положивших. В городском саду имени Пушкина разговор о будущем памятнике воинам-афганцам. Глава Маршанска Алексей Банников обратился к ветеранам за советом. Нужен ли такой памятник в городе, если в Маршанск не пришел ни один цинк? Именно потому, что на Маршанской земле, в городе Маршанск, не было ни одного цинка, в области было принято решение, вот тот памятник, все помните, да, который стоял на, значит, площади, вот где парк Победы, помните, вот в городе Тамбове? Да, около Тихом, помните его все, да? Было принято решение предложить его мне, тем более, что делали в свое время его мы на нашем мраморном заводе. Говорят, заберешь? Я говорю, конечно, заберу. Тем более, что в городе Маршанск, еще раз говорю, никто не погиб. Пусть, так сказать, мы будем иметь место, где мы можем почтить память всех погибших в Афганистане. Значит, и вот на этой вот аллее, ради которой мы ее и создавали, по большому счету, вот этой самой мемориальной, также, чтобы такой памятник имел место быть. Вот не возражаете против такой постановки вопроса? Нет, хорошо. Не возражаете, хорошо. Далее ряд орг-вопросов. Главное, чтобы память о тех, кто честно выполнил свой воинский долг на афганской земле, не была утеряна.